Добрый вечер, дорогие друзья. Как меня слышно по пятибалльной системе? Я пока посмотрю, сколько нас. О, уже 185 человек. Будет человек 300. Точно говорю. Ну ладно. Скажите, кто здесь вот из 190 человек только что был у меня на уроке? Поставьте плюс, а кого не было, минус. Мне хочется увидеть, сколько человек оттуда досидело до вечера. Так, в основном минусы, но есть и плюсы. Так. Ну, понятно. Хорошо. По-другому поставлю вопрос. Меня зовут Вадим Комаров. Кто был уже на моих вебинарах, ставит восклицательный знак. Кто получил пользу 2 или 3, кто первый раз, ставит минус. Давайте так я хочу посмотреть. Угу. Но есть и новички. Причем новичков достаточно много, и это хорошо. И это хорошо. Сегодня мы с вами поговорим, конечно же, о деньгах. О деньгах. Но прежде чем я расскажу вам, с чем мы будем заниматься дальше, я хочу вас познакомить с результатами опроса. Мы опросили больше 70 тысяч подписчиков. И спросили, вот что бы вам было самым важным, если бы вы вели свой бизнес в интернете? Была анкета. И нам ответили вот в таком порядке. Самое главное – это продукт качественный. Ну, там еще было, конечно, ценовое, чтобы подешевле. Но вторым пунктом идет обучение, продвижение. И, понятно, продвижение – это методы рекламы. Вот именно по этой схеме мы сегодня и построим наш вебинар. Мы покажем вам реальные истории, как написали в начале, даже два раза, истории. Вот. Реальные истории людей, таких же, как вы. Причем многие из вас значительно превосходят их в подготовке, в начальной, может быть, в каком-то финансовом положении, опыте и так далее. Но те люди, которых мы вам покажем, добились фантастических результатов. Отсюда следует вывод, что каждый из вас, следуя нашей системе, тоже достигнет результатов. Итак, встреча будет проходить примерно 50 минут. На этой встрече вы узнаете массу новых вещей, примерите на себя вот этих, истории вот этих людей, наших партнеров. Посмотрите на обучение, которое я представлю в конце, и сделайте вывод. У вас будет два выбора, как бы. Либо пойти с нами, либо пойти самостоятельно. И в любом случае вы получите результат. Я скажу вам, что делать, если идете с нами, и скажу, что делать, если пойдете самостоятельно. Итак, приготовьте ручки, приготовьте листочки. И готовьтесь к работе. Но прежде чем я представлю ведущую, скажите мне, вам понятен план нашего вебинара? Поставьте плюсики. А то иногда потом спрашивают, а что это, какая тема и так далее. Тема деньги. Потому что каждый из вас пришел зарабатывать деньги. Мы их уже зарабатываем, причем много. И мы вам покажем как. Ну что ж, отлично. Ну, теперь я хочу представить соведущего, спикера с большой буквы. Это эксперт по продукции, по продукту, лучший в компании. Недавно президент компании лично попросил ее представлять продукцию. Лучше ее этого, наверное, не сделает никто. Я сам с удовольствием послушаю еще раз. Это первый пункт.
первый пункт того, что здесь написано. Итак, встречайте Татьяну Андрееву. Я думаю, многие ее уже знают. Здравствуйте всем. Давайте сначала проверим звук, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, по пятибалльной системе, какая слышимость. Надо ли делать громче, тише. Меня вроде показывают, что все хорошо. Угу, отлично. Слышно хорошо. Так, Вадим, у тебя включен микрофон, это же... Все нормально, да? Так, тогда начинаем. Действительно, на сегодняшнем вебинаре я покажу вам две дороги, два пути. Как вы можете развивать свой бизнес в интернете самостоятельно и какие выгоды вы получите, если пойдете с нами, с нашей командой. И в конце вы еще узнаете много приятных сюрпризов, как получить бонусы на 50 тысяч рублей, еще там ценные призы. Вот. Как сказал Вадим, меня зовут Андреева Татьяна, и я лидер команды Alt-InWeb. Ну, немножко расскажу о себе. Я живу в небольшом поселке в 180 километрах от Санкт-Петербурга. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто живет тоже в маленьких поселках. Есть ли такие люди в зале? Понимаете ли вы меня тогда? Что значит жить в маленьком поселке? Угу, есть. Вот. Место это называется Севастьяново. Вот. И знаете, чем вот отличаются наши, наверное, российские поселки, да, то есть мы здесь живем как бы в замкнутом таком мире, потому что для того даже, чтобы мне выехать куда-то в город, это 180 километров, и транспорт ходит два раза в сутки, то есть это такие большие сложности. Вот. И понимаете, что работу в поселке нормальную, такую, чтобы платили деньги, ее не найти. А, в общем-то, ее вообще нет. А я всегда хотела иметь достойную жизнь, хотела и путешествовать, и хороший дом иметь, и образование детям дать. Ну, в общем, обычную, нормальную, достойную жизнь. И я долго думала, как же мне это сделать. И 3 года назад у нас установили вышки, и я купила модем. То есть, вот представьте, 3 года назад у нас в поселке даже не было интернета. Для кого-то, может быть, это дикость, но это на самом деле так. И я решила, что я пойду зарабатывать деньги в интернет. Я слышала, что это можно сделать. И вот такая довольная я 3 года назад пришла, абсолютным новичком. Я даже не знала, что такое программа Skype. Вообще даже не представляла понятия, что это такое. Вот. И я была счастлива, я думала, что я вытянула счастливый билет. Сейчас деньги так и посыплют. Но нет, все оказалось не так просто. Я поняла, что мне нужно много всего изучить, и технические моменты, и сайты, и рекламу. Я перепробовала почти все виды заработка в интернете. Конечно, я начала зарабатывать, но это было либо эпизодами, либо мало, ну, в общем, мало достойной жизни. Вот. И в мае я оказалась перед выбором, вот мае этого года, или открыть свой бизнес на земле, или развиваться дальше в интернете. Я хотела заняться туристическим бизнесом, потому что у нас здесь очень красивые места. Кстати, здесь у нас снимали фильм «Особенности национальной охоты». Есть в зале, кто смотрел этот фильм? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть такие? Кто смотрел этот фильм? Ага, есть. Вот мой муж, он был консультантом по охоте в этом фильме. Вы можете найти его в титрах. Андреев Леонид Борисович, консультант по охоте. Это вот мой муж. Вот. И поэтому я решила туристический бизнес, да. Но когда я прикинула, что даже построить там 2 маленьких домика, какую-то там обстановку завести, это у меня уйдет минимум 2 миллиона рублей. И я, конечно же, была в ужасе. Вот. И тогда Вадим Комаров предложил мне начать сотрудничество с компанией InWeb24. Я даже на тот момент толком не знала, что это за компания, но я доверяла своему наставнику, умному человеку, и доверяла его выбору. Я решила рискнуть. Для старта в компанию нужно было приобрести стартовый пакет. Для старта их всего 3, маленький, средний и большой. И я прикинула, что вот 2 миллиона рублей, что мне нужно для старта в бизнесе на земле, и $600 за пакет. И я думаю, ну что такое $600 и 2 миллиона рублей? И я купила, конечно же, большой пакет и зашла вот в мае партнером к компании.
На тот момент в кошельке у меня, честно говоря, осталось 1000 рублей с копейками. И, конечно, мне было, честно говоря, остаться страшно без средств. Думаю, вдруг не пойдет бизнес или еще что-то. Вот. Но я понимала, что надо двигаться вперед. И все кончилось хорошо. Я сейчас хорошо зарабатываю. У меня команда уже 65 человек. Есть в зале моя команда? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Кто из моей команды здесь присутствует? Есть? Ага, есть. Приветствую вас тоже, друзья. Вы большие молодцы, и тоже у вас все будет хорошо. Вот. Я для чего вам рассказывала свою историю? Для того, чтобы вы поняли, что неважно, где вы живете, в каких условиях вы живете, какая у вас профессия, главное, чтобы у вас был интернет, и перед вами будет весь мир. Весь мир с его возможностями. Только здесь нужно знать, как правильно и грамотно воспользоваться этими возможностями. Но об этом мы как раз дальше и поговорим. Давайте сейчас сделаем такое небольшое упражнение с вами. Нарисуйте такую табличку, которая состоит из трех строчек. Кто нарисовал, те поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну, сколько много партнеров моих здесь. Так, в первой графе минимум, что это? Здесь давайте порассуждаем, сколько вообще нам денег нужно для того, чтобы существовать. То есть самый минимум, чтобы совсем не помереть с голоду, да, и существовать. Вот пишите, пожалуйста, в чат, какой минимум. Потому что я смотрю, у нас здесь люди тоже из разных стран. Вот пишите уже, и какой у вас прожиточный минимум. То есть такой, чтобы не с голоду не помереть, да, вот пишите. Сколько это? Думаю, что это, наверное, 5 тысяч, 15. Да, ну это где-то, наверное, и есть, да, от 5 до 15. 90-80 гривен, наверное, да, 70 тысяч рублей у Сергея. Ну это очень хорошая сумма, 60 тысяч рублей, Ирина. Да, это такие уже продвинутые. Вот хотя бы 1000, да. $200. Ну да, то есть вот на эти деньги, то есть, в принципе, можно существовать, да? Теперь вторая графа. Сколько нужно, чтобы жить уже хорошо? То есть, ну, уже, чтобы кофе попить, да, можно было. То есть, сколько нужно, чтобы жить хорошо? То есть, уже там ни в чем себе не отказывать, уже ездить там и в отпуск, да, одеваться хорошо, покупать все, что вздумается. 50 тысяч рублей, $3000. 50 тысяч, 100 тысяч, 50, ага, отлично. И теперь в последней графе напишите, пожалуйста, сколько нужно, чтобы жить супер, то есть чтобы шикарно жить, вот сколько, по вашему мнению, нужно. Ну, только, конечно, не надо писать миллионы, миллионные, да, вот так реально, сколько нужно, чтобы шикарно жить. Ну, вот миллион, полтора миллиона. 2500 евро, 50 тысяч, 150 тысяч, супер границ нет, 100 тысяч, 100 тысяч рублей. Угу. Да. Это действительно, да, наверное, так и есть. Но у каждого, конечно же, свой порог, да, свои какие-то потребности, свои желания. А теперь давайте разберем, почему вы никогда не заработаете вот этих денег супер. Хотите, разберем? Оставьте, пожалуйста, плюсы. Угу. Хотим. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале те, кто за последние 2 месяца увеличил свои доходы в несколько раз? Поставьте, пожалуйста, десяточки, кто увеличил свои доходы в несколько раз, и пятерки, кто остался на том же уровне. Десятки, кто увеличил свои доходы, а пятерки, кто и остался на прежнем уровне. Ага, вот пятерки, есть и десятки. Но в основном идут минус один. В основном идут пятерки. 2 года. Угу. 2 года, наверное, пишут, что 2 года никаких изменений. Угу.
И, знаете, горькая правда заключается в том, что если за последние 2 месяца в вашей жизни ничего не произошло, у вас не выросли доходы, да, не вырос какой-то уровень жизни, вы не получили каких-то новых знаний, достижений, то и в следующие 2 месяца тоже ничего не произойдет. Понимаете? И самое страшное, что и в последующей жизни тоже ничего не произойдет. Почему это происходит? Потому что вы просто не умеете принимать решения и, может быть, не видите новых возможностей. А хотите, вообще я вам расскажу правду про людей, которые хотят зарабатывать большие деньги? Хотите, расскажу правду? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Только уговор, что не обижаться. Если договорились, что вы не обижаетесь, я вам расскажу всю правду о таких людях, о тех, кто хочет зарабатывать больше. Но без обид, потому что, ну, правда, она и есть правда, на правду обижаться нельзя. Вы знаете, что есть люди, которые делятся на 2 категории. И первая категория – это хомяки. Это люди нытики, скептики, разоблачители, заучки. Это люди, которые вообще не зарабатывают денег, либо они зарабатывают, но у них движения вперед нет. Эти люди могут сидеть на вебинарах и мешать проводить мероприятия. Могут там что-то поддакивать. Ну, в общем, такие тролли. Вы, наверное, их встречали не раз. Эти люди ходят на бесплатные мероприятия и ничего в своей жизни не делают. Это самое страшное, что ничего они не делают. Они даже набираются знаний, у них, может быть, и знаний может быть вагон, но они их никуда не применяют, они никуда не двигаются, и они остаются на месте. Но есть и вторая категория, но это уже очень особенные люди. Это люди, мы их называем суперстары. Это люди, нацеленные на результат. Им все равно инфобизнес, MLM, бизнес, все равно они хотят результата. Они увидели, что это работает, они цепляются за это и просто начинают делать. Им не важно, как это работает. И мы очень уважаем таких людей. И именно для этих людей мы сегодня выступаем. Эти люди, у которых есть деньги, и у них есть деньги, потому что у них определенное мышление, правильное. А у них мышление, потому что у них есть деньги. Вот такой замкнутый круг получается. И вы знаете, если сейчас у них нет денег, но есть правильное мышление, то завтра у них обязательно будут деньги, потому что они к этому готовы. Потому что они действуют, потому что они хотят достичь результата. Они сидят и... Они не сидят и не ковыряются, а как это работает, а смогу ли я, и т.д., и т.п. Да? Им важно, чтобы через 2 месяца у них был сдвиг в жизни. Они понимают, что сегодня нужно принимать решение. Они идут вперед, несмотря ни на что. Подумайте над этим на досуге. Я всегда, когда мне предстоит принять какое-то решение, всегда рассматриваю эти категории и думаю, к какой же категории отнесу я себя в данной ситуации. И мне это вот очень помогает, потому что я все-таки хочу быть суперстар. Да, я хочу двигаться вперед и хочу развиваться, несмотря ни на что. Ну а сейчас давайте поговорим с вами, какие же способы заработка в интернете вы знаете. Напишите, пожалуйста, какие способы вы знаете. Ага, вот Владимир погорел на бинарных опционах, но все равно буду продолжать. Вот суперстар. Создать сайт. Угу, хорошо. Так. Еще какие виды заработка? Партнерки. Продажи физических товаров, реселлинг, инфопродукт, копирайтинг, инфобизнес, форекс, фриланс. Да, действительно, вы правы. Я как раз-таки выделила на отдельный слайд. То есть это все виды заработка, они легальные, и в них вполне можно заработать. И давайте рассмотрим общую схему, как же все это работает. Ну, во-первых, конечно же, вам нужен продукт. Любой, да, вот как писали, и физических товаров, да, вот, и тот же копирайтинг, то есть вам нужно что? Продукт. Вы в этот момент являетесь, да, то есть ваше умение правильно писать тексты, да,
То есть должен быть продукт, и он должен быть востребован, он должен быть качественный, да, и он должен, этот продукт, быть нужен всем. Тогда он будет очень хорошо продаваться. Дальше, что нужно делать? Нужно, естественно, настроить рекламу ваших вот товаров или услуг, или продуктов. Да? У вас появляются клиенты, вы получаете деньги. То есть все, вот такая простая схема, и она работает на все виды бизнеса. То есть, в общем-то, тут больше ничего и придумывать не надо. Вот эта схема есть, и она работает. Вопрос в нюансах, да, как это все дальше развивать. Вот. А теперь поставьте, пожалуйста, кто уже вот создал свой инфопродукт и успешно его продает, семерочки. Поставьте, пожалуйста, есть такие? У кого есть уже свой инфопродукт, либо какая-то услуга, да, может быть, вы кто-то действительно копирайтер очень выдающийся. Угу. Есть такие? Семерочки поставьте. А, есть те, у кого уже есть свой сайт или блог, и вы на нем уже зарабатываете от 2000 долларов в месяц, поставьте пятерочки. Ага, Владимир Семенко, семерка. Вот пятерочки, у кого уже есть свой сайт или блог. И теперь поставьте, пожалуйста, троечки, новички, кто вот только пришел в бизнес, либо вообще, ну, не получается никак зарабатывать. Поставьте, пожалуйста, троечки. И вы видите, да, действительно, что троечек большинство. Нас в комнате вот 259 человек. И посмотрите, сколько людей ничего не зарабатывают, да? А если взять весь интернет, то получится, что вообще зарабатывают единицы. А что же делать всем остальным? Ну, вот на самом деле об этом мы сегодня и будем с вами вести речь. И мы сейчас с вами поупражняемся немножко, перейдем к практике. Я вам покажу путь к заработку человека, который самостоятельно решил развиваться в интернете, и человек, который воспользуется нашим предложением, то есть нашей партнерской программой InWeb24. И сравним, что у нас получится. Вот, пожалуйста, давайте из новичков. Мне два желающих. Первый – это тот, кто будет двигаться самостоятельно. Пишите, пожалуйста. И второй – это тот, кто будет с нашей помощью. Так, Константин, да? Константин будет у нас... Так, ага. Константин, у нас будет двигаться самостоятельно. Так, и теперь кто с нашей помощью? Давайте еще кого-нибудь, кто с нашей помощью? Вот. Александра с помощью, да? Александра с помощью. Так, отлично. Итак, первое, что нужно сделать. Первое нам, конечно же, найти востребованный продукт. У Константина на этом уйдет от нескольких дней до недель. Так как мало того, что его нужно создать, его еще нужно протестировать. То есть будет ли он продаваться, да, будет ли он вообще кому-нибудь нужен. А как тестировать продукт? Тут способ только один. Нужно давать рекламу. А это деньги. Потому что если вы будете бесплатными методами пытаться тестировать, то на это у вас уйдут деньги. А вам надо понять быстро, да, чтобы зарабатывать. Чтобы понять востребованность, по рекомендациям всех вот специалистов интернета, да, всех гуру, нужно вложить минимум 3000 рублей, чтобы вы поняли, есть отдача от этого продукта или нет. И получается, деньги вы вложили, а получится у вас заработать или нет, это большой вопрос. Может быть, вам и будет казаться, что товар востребованный, но на самом деле его никто покупать не будет. У меня был такой случай, я купила курс, мне он очень понравился, и я думала, что его будут расхватывать, как горячие пирожки. Но в результате не было ни одной продажи. Я, честно говоря, была в шоке. Вот. Что получает у нас Александра? Александра у нас получает сразу готовый протестированный продукт и может сразу приступить к его продвижению, не тратя ни своего времени, ни денег. Дальше, что нам нужно? Дальше нужно освоить технические моменты. То есть,
действительно создать свой одностраничный сайт. Вы, конечно, можете возразить, что многие вот авторы, если вы участвуете в партнерках, дают готовые сайты. Да? Но мы сегодня говорим именно о больших деньгах. Поэтому, если вы возьмете готовые сайты, вы заработаете копейки. Я не буду говорить, почему нельзя брать готовые, иначе мы тут до утра с вами не разойдемся. Просто поверьте мне на слово, иначе вы убедитесь в этом сами на своем собственном опыте. Скажите, пожалуйста, есть такие в зале? Поставьте, пожалуйста, семерочки. Кто пришел в интернет новичком и его сразу за час создал свой сайт? Семерочки поставьте, есть такие? То вот только пришел, без знаний, без всего, и за час сайт создал. Ну вот, наверное, Антон, Марсель, у них, наверное, был уже какой-то опыт. А вот именно новички пришли и вот так вот создали. Вот. Надежда училась полтора месяца, нет. Смотрите, если создавать сайт самому, надо, во-первых, действительно изучить либо определенные технические моменты и коды, и программы. Да? Можно, конечно, создавать сайт на бесплатных конструкторах, но там тоже свои огромные минусы. То есть вы там можете и сайт в любой момент потерять, и там может быть навязчивая реклама, и там еще может быть различных много неприятностей. Для того, чтобы создать действительно нормальный, полноценный сайт новичку, вот мои ученики создавали действительно их от месяца до полугода на вот этих всех программах. Вот, Надежда, до сих пор создаю. Вот. Поэтому какой выход? Либо заказать у фрилансеров, это у людей, которые делают сайты на заказ, а это от 4000 рублей. Да? Либо купить какой-то курс по созданию сайта, а это опять от 3 до 5 тысяч рублей. И я уже не говорю, что нужно создавать свою рассылку для сбора базы подписчиков. То есть подписчики – это люди, которые будут впоследствии вашими клиентами, будут покупать ваш товар. А здесь опять нужно научиться писать. Вот есть в зале люди, те, кто пишут такие письма, что вот прямо все читают их и сразу хотят все купить и сразу прямо вам доверяют. Есть такие люди в зале? Из новичков, я имею в виду, не с наших партнеров, с новичком. Есть, да. На самом деле написать действительно письмо, это, ну, очень сложно. То есть тут надо, какой опять выход? Либо опять заказывать у фрилансеров, а это от 5000 рублей, а хорошая рассылка стоит 30 тысяч рублей. Либо научиться самому, а это опять же курсы от 1500 до 10 тысяч рублей. В итоге Константин у нас тратит время от 2 недель до месяца, день от 5 до 10 тысяч рублей, а результат опять же еще неизвестен, что получится. Что получает у нас Александра? Она получает у нас конструктор сайтов, на котором сделает сайт профессиональный, с высокой конверсией, красивым дизайном и буквально за 1-2 часа. Она получает готовую рассылку и может прямо сегодня приступить к сбору подписчиков. Дальше, что нужно сделать? Дальше идет реклама. И тут начинается самое интересное. Именно реклама вызывает больше всего трудностей. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Есть такие, кто освоил рекламу на 100%, и у него прямо идет поток партнеров, клиентов, продаж. Есть такие, кто на 100% спец в рекламе? Вот пишет, вот сложность. Да, и тишина в ответ, потому что действительно это сложно. И что нужно делать? Опять же, надо либо покупать курсы, и минимальный курс по рекламе, вот я сейчас смотрела, стоит 3500 рублей, такой более-менее нормальный. И в нем все равно много чего нет, и для того, чтобы хорошо изучить, нужно купить 3 курса, а это уже около 10500 получится. И это только по, допустим, по одному виду рекламы. А если вам нужно еще узнать, как продвигать блог, как работать в соцсетях или еще где-то грамотно работать всем в соцсетях, то тут надо еще больше вложиться. И что получает у нас
Александра, она получает проверенную стратегию рекламы, которая уже отточена, отточена до самых, можно сказать, мелочей, и получает помощь в ее настройке. И подведя итог, что у нас получается. То есть Константин у нас потратит массу времени, сил, нервов, потому что не все будет сразу получаться. И вложение денег, минимум я посчитала, это получится 24 500 рублей. И Александра у нас получает. И, кстати, вот еще Константин, он будет это все делать самостоятельно. То есть ему никто не будет помогать. Он будет сам вариться в этой каше, сам наступать на свои же там грабли, преодолевать трудности. Он будет это делать один. А Александра будет в команде, будет под руководством наставника и получит полностью готовую систему под ключ, и зарабатывать она сможет уже с первых дней. И вот я покажу примеры как раз-таки, как это можно сегодня сделать. И как вы думаете, кому же будет легче продвигаться, Константину или Александре? Напишите, пожалуйста. Кому же будет легче? Я буду учиться у вас и буду делать все так же быстро. Константин вообще молодец. Угу. Да, Александре. Вадим Комаров не даст меня в обиду. Да. Вот. И как же все это у нас произошло, да, и вот что за чудеса такие я вам рассказала. На самом деле чудес никаких нет, все очень просто. Мы 5 месяцев назад подключились к партнерской программе InWeb24, нет, уже не 5, уже побольше чуть-чуть, с мая месяца. И нам понравилось действительно, что компания развивается в нише интернет-технологий и бизнес-образования. А это как раз самая востребованная ниша на сегодняшний день. А значит, мы имеем продукт, который нужен всем. А это было вот основное, то, что отвечали наши подписчики. То есть действительно, самое основное, это должен быть продукт, который нужен всем. Вот это как раз-таки мой чек за последнее время. Ну, как видите, для сельского жителя очень даже неплохо получается. Вот. И, кстати, вот хочу обратить ваше внимание, декабрь, вот смотрите, у меня тут $200. И это, знаете, не потому, что компания плохая или там что-то не работает. Нет, просто я решила отдохнуть. Ну, как-то подустала я. И знаете, что мне вот нравится, что действительно я свободный человек. Я хочу работаю, хочу не работаю, хочу отдыхаю, хочу не отдыхаю. Знаете, я могу вставать 12 часов дня, и я просто вот от этого кайфую. Потому что раньше мне приходилось вставать очень рано, сейчас я могу вставать тогда, когда мне захочется. А это здорово, то есть я хозяйка своей жизни. И ввот даже вот я отдыхала, а $200 уже, можно сказать, заработала. Вот, так что мне очень это нравится. И посмотрите, как развивалась наша компания. Команда. Вот 5 мая у нас пришло всего 33 партнера, и у нас на всех было 254 клиента. Вот так мы начинали. И сегодняшний чек, да, 11 декабря, у нас 507 партнеров и 9038 клиентов. Это вообще колоссальный рост. Просто колоссальный рост. Я не знаю, да, кто может похвастаться такими достижениями. И хочу обратить ваше внимание, что это не суммы денег, это суммы выплат. То есть посмотрите, что выплаты, они растут от месяца к месяцу. То есть они не идут вниз, они постоянно растут. А значит, увеличивается и доход. И действительно, мы каждый день, у нас проходят начисления. Каждый день мы получаем деньги. И еще по нескольку раз. И вот Марина Александрова как раз-таки тоже мой партнер. Она уже большая команда у нее, и она подключилась только в октябре. И подключилась причем на средний пакет за $400. Ну, решила, так сказать, попробовать свои силы. Потом, конечно, она уже перешла на большой пакет за 600. И она, смотрите, и вернула уже свои инвестиции, и уже и заработала. И у нее, кстати, очень хорошо сейчас бизнес развивается. Я даже, честно говоря, не знаю, что она такое делает. В общем-то, действует просто по нашей схеме и сидит тихонько, делает, и все получается. И вот здесь я сделала скриншот своей электронной почты, и вот такие письма приходят в почту. Татьяна, поздравляем, вы получили деньги, можете перевести их на вашу карту.
И действительно в компании выдается вот такая карта, MasterCard. На нее перечисляются деньги в течение 24 часов, и вы можете выводить их в любых банкоматах, ну, вообще везде, где доступен вывод денег. То есть очень здорово, действительно, сегодня заработал, сегодня получил. Не надо ждать ни заказов каких-то, когда там деньги придут, когда выплатят, все происходит мгновенно. Вот Любовь Яшева тоже мой партнер. Мы с ней вместе начинали, то есть пришли вместе с ней в бизнес. И вот уже смотрите, как любовь развивается. Что, как происходит все, да? То есть у каждого партнера компании есть свой интернет-магазин под ключ. То есть вы становитесь партнером, и компания вам этот интернет-магазин создает. В этом магазине уже все настроено за вас, да? И вам только нужно его продвигать. А как продать, этому мы тоже научим, об этом вам попозже расскажет Вадим. Идет Сергей Сычев, предприниматель. У него свой бизнес на земле, бетонный бизнес, но он понял, что нужно развиваться все равно в интернете, и пришел в интернет, и уже тоже, видите, как начинает зарабатывать. У каждого партнера в кабинете есть свои партнерские ссылки. То есть все происходит так же, как в обычной партнерской программе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто принимал участие в партнерских программах. Поставьте, пожалуйста, есть такие. То есть вы понимаете, да? То есть вы рекламируете вашу ссылку партнерскую, человек по ней переходит, заказывает продукт, вы получаете свои комиссионные. Вот и все. И здесь то же самое. У вас точно такие же партнерские ссылки и на ваш интернет-магазин, и на различные курсы. Вы их рекламируете с нашей помощью, да, по проверенной методике, и получаете клиентов, партнеров и вот такие чеки, как я вам показывала. Как все происходит, то есть схема движения денег. То есть вы стали партнером компании, компания для вас создала интернет-магазин под ключ, мы вас научили, как правильно его рекламировать, вы получили клиентов и свои комиссионные. То есть 4 шага простых, все очень просто, ничего сложного, как в обычной схеме инфобизнеса. Вот, кстати, Александра Баталова в бизнесе всего лишь 11 дней. Вот она только-только пришла, видите, 5 числа. И уже вот такой результат. Вот, кому интересно, почитайте ее отзыв. Молодец. То есть то, что я говорила, действительно можно начать с первых дней. Что же продает компания? Какой же у нее продукт? И на чем вы можете заработать? Во-первых, это 6 инструментов, которые нужны абсолютно всем, кто пришел в интернет зарабатывать. Это и хостинг, и конструкторы сайтов, и конструкторы видеооткрыток, конференц-комната, вот, в которой мы сейчас с вами находимся, и автор-рассылщик писем, и конструктор подписных страниц, продающих страниц. То есть все, абсолютно все то, что нужно для инфобизнеса. И все это причем можно настроить за один вечер абсолютному новичку. Главное, чтобы вы умели хотя бы двигать мышкой на компьютере. Вы все это настроите за вечер. Конечно, это будет востребовано, потому что сколько новичков приходит, да? Да сколько даже продвинутых интернет-бизнесменов с удовольствием пользуются нашим конструктором. Потому что здесь все просто, здесь все понятно, здесь все получается очень красиво и профессионально. И вот я, посмотрите, сделала, сколько людей ищут наши продукты. То есть смотрите, со словами конструктор сайтов 46 277 показов в месяц. То есть столько людей искали этот конструктор. Создать сайт 238 520 показов. Хостинг 279 311 показов. Сделать сайт 106 160 показов. Вот как вы думаете, будет у вас недостаток клиентов? Я думаю, что нет. Клиенты действительно идут очень хорошо. И как вы видели, да, у нас уже их 9 тысяч. Вот Гузель Камалова тоже уже пишет, я интернет-предприниматель. Тоже недавно пришла и уже, посмотрите, тоже какой результат. И что, кстати, немаловажно, что наши эти инструменты дешевле аналогов в интернете. То есть если вы в интернете вы за это заплатите $100-400, то в НВП это всего $20. А это тоже очень здорово. То есть и востребованный продукт, и низкая цена на этот продукт. Вот, кстати, Эдуард Лер, инфобизнесмен, он пришел к нам в команду в сентябре, и посмотрите уже, какой результат у него, $7121, и за декабрь уже $1557.
Ну, это инфобизнесмен. Это вот как раз Антону, да, у нас, кто уже такой продвинутый. То есть продвинутый здесь стартует очень быстро. Да? Если и новички, да, но продвинутые стартуют стремительно. Поэтому, подведя итог, это действительно инструменты, которые нужны, поэтому вы на них можете заработать. Но это еще не все. Второй источник дохода – это продажи обучающих курсов. Здесь вы вообще получаете колоссальную комиссию от 50 до 280 долларов с одной продажи. То есть продал 3 курса по 280 долларов, комиссию получил, уже, в общем-то, можно отдыхать. Вот какие же это курсы? Первый шикарный курс – это компьютерная азбука. Его покупают и пенсионеры, и сейчас очень много людей, которые нужно освоить компьютер в связи с их работой, да, ну и просто вообще очень много людей сейчас действительно покупают компьютеры и их усиленно осваивают. Курс имеет очень хорошую цену, люди действительно покупают и покупают очень много, а мы получаем свою комиссию. Здесь почти 200 видеоуроков, которые помогут настроить компьютер абсолютно любому, с нуля и до очень хорошего знания компьютера. Второй курс – международный английский. Этот курс комплектации продается только через компанию NVF24, то есть это эксклюзив. Этот курс и раньше был, кстати, всегда дефицитом. В 90-е годы его контрабандой как-то передавали из Америки в Россию, то есть его было нигде не достать. Все эмигранты, которые в Америке, они проходят обучение именно по этому курсу. И здесь действительно, ну, курс – это для тех, кто хочет изучить английский язык, то лучшего курса нет. Попробуйте, убедитесь сами. Следующее – это 6 тренингов, коучингов, которые полностью помогут настроить бизнес в интернете. И они, естественно, конечно же, нужны любому, кто решил открыть свое дело в интернете. Это и курс по продвижению блогов, и контекстная реклама. Вот с Яндексом на «ты» от Академии Alt полностью поможет вам настроить рекламу. Без того, чтобы вы потратили много денег, а наоборот, чтобы вы их сэкономили. И чтобы вы получили действительно целевых посетителей, целевых подписчиков, и ваш товар продавался и процветал. Технология сетевого маркетинга для сетевиков – шикарный курс. Коучинг 1, 2, 3, мастер-группы по сайтам. Здесь расскажут, как продвигать свой бизнес при помощи сайтов. И дополнительные источники дохода. Здесь все о партнерских программах, о реселлинге и так далее. Шикарные профессиональные курсы. И вот сейчас, друзья, у вас такие два пути. Либо двигаться самостоятельно и по-прежнему расстраиваться по поводу реальных отсутствия результатов. Тратить свое время, силы, деньги, нервы. И ни на грамм, да, не приблизиться к тому, чему вы задумали, к своей мечте. То есть вы сейчас находитесь вот на такой развилке дорог, да? То есть, если вы двигаетесь самостоятельно, вы можете пойти по одной дороге. Там будут какие-то препятствия, может быть, там где-то будет ровно, где-то с ухабами, да, и вы будете по ней идти, к чему-то вы придете, вам оно не понравится. Вы можете вернуться обратно, пойти по второй дороге, потом по третьей, но это же уйдет время, это же действительно уйдут силы, уйдут и деньги уйдут, и нервы уйдут. То есть, ну, это одному двигаться сложно. И вы, наверное, согласитесь со мной, что один все-таки в поле не воин. Это всегда так было испокон веков. Либо второй вариант – это выбрать наш путь, нашу ровную дорогу, прямую дорогу, пойти с нами, с нашей командой, которая уже развивается в интернете третий год. Мы уже наработали свои фишки, свои секреты, свою тактику движения. И мы можем быть успешны в любом проекте, который бы мы ни начали. Мы начали этот проект, и мы в нем успешны. Начнем другой, мы будем в нем успешны. Мы предлагаем вам присоединиться к нашей команде и стать такими же успешными, как мы. Потому что если мы сами добиваемся результатов, мы приведем к этому результату и вас. И причем приведем по этой ровной дороге действительно за ручку, потому что у каждого еще будет у вас и свой еще наставник, который будет вам во всем помогать. А для новичка в интернете свой наставник – это вообще, наверное, самое основное. Там, поставьте плюсики, согласитесь со мной, что наставник – это самое основное. Плюсики поставьте, пожалуйста. Выбор за вами, какой дорогой вам идти, либо самостоятельно, либо идти с нами. И те, кто пойдут с нами, они получат действительно готовое решение всего и своих проблем в том числе.
получит и востребованный продукт, и обучение методов рекламы, и команду единомышленников. Вы будете в обществе успешных людей, и вы получите, естественно, и личного наставника. То есть это, в принципе, все, о чем можно мечтать. За вами осталось только сделать выбор, и сделать выбор правильный. Как раз таки вспомнить, вам говорила в начале. И дальше я расскажу. А, вот, кстати, мой наставник Наталья Тавадова пришла тоже в интернет на 4 года назад, тоже абсолютным новичком, потому что перестали на заводе у них платить зарплату, и она пошла в интернет. И вот смотрите уже, какие колоссальные результаты. Вот 12 203 доллара. Это уже, друзья, это уже, в принципе, и хорошая машина, и отдых, и обстановка в доме, и, может быть, красивый дом, то есть то, что хочет. Да, но на эти деньги уже можно себе позволить кое-что. И сколько же стоит начало бизнеса? Это не 2 миллиона, как я вам говорила, что я хотела открыть свой бизнес, да, мне для этого нужно было 2 миллиона. Это не 60 тысяч. 60 тысяч-то я посчитала, сколько вам обойдется профессиональное обучение, чтобы начать свой бизнес в интернете, потому что без него никак. Не 24 500, как мы с вами посчитали по минимуму, нет. Стоит на самом деле 229 долларов плюс 20 долларов ежемесячный пакет инструментов. Причем это вы платите единоразово, однократно и на всю жизнь. Что входит в эти 229 долларов? Сюда, во-первых, входит любой профессиональный коучинг-тренинг, который продается в компании. То есть вы можете выбрать абсолютно любой и еще и поднять свой профессиональный уровень. То есть это деньги, это инвестиция в себя, инвестиция в свои мозги, в свой бизнес. Да? То есть вы поднимаетесь на абсолютно совершенно новый уровень. И сюда еще входит курс «Компьютерная азбука», потому что, ну, в основном люди действительно приходят в интернет и слабо знают компьютер. И чтобы вы его быстро изучили, еще в подарок идет вот этот замечательный курс. Следующий пакет – это 399 долларов. Здесь вы можете выбрать уже два любых коучинга-тренинга. И здесь вы уже получаете 5 видов дохода и скидку 59 долларов. И самый такой, можно сказать, лучший вход, на который вошли большинство наших партнеров, на который вошла и я, это элитный пакет. Здесь 9 видов дохода. Зачем терять, да, если можно сразу получить много. И стоит 599 долларов. Получаете пожизненный элитный статус со всеми привилегиями. То есть с участием и в автопрограмме, с участием процента от прибыли компании и еще много всего интересного тоже вы здесь получаете. Ну и скидка 88 долларов, потому что вы здесь можете выбрать три любых коучинга-тренинга. То есть здесь вы станете профессионалом уже в любом бизнесе, неважно даже в каком. Будь то на земле, будь то в интернете, но вы уже будете профессионалом, плюс еще будете зарабатывать хорошие деньги. Любой человек может испытать сначала свои силы, вступить на маленький пакет и в последующем заработанных денег, вот как, например, Марина у меня сделала, да, перейти на более высокий статус, чтобы получать, соответственно, больше источников дохода. Такой возможности у нас тоже есть. И вот, кстати, чек Вадима Комарова. Вот смотрите, 20 879 долларов. Это вообще уже шикарно. Тут уже еще лучше и автомобиль, и путешествие, и все остальное. И вот, кстати, тоже посмотрите на его слайд, как растет количество выплат. Да, Вадим наш лидер, да, может кто-то сказать, ну, он лидер, потому что он на верхушке, поэтому он и зарабатывает. Но никто же не мешает и вам точно так же стать лидерами, и точно так же зарабатывать. То есть эта картинка, вот, кстати, Вадим меня просил убрать этот слайд, чтобы, ну, человек скромный, не хочет как бы хвастаться, но я его оставила. Я оставила его для... Потому что действительно это то, к чему нужно стремиться. То есть я понимаю, что через 3-4 месяца и я буду на этом месте, и я буду столько же зарабатывать. И те, кто решит идти с нами, и они будут тоже через свое время, да, но они будут все. Это, потому что это неизбежно, это все равно придет. У кого-то придет раньше, у кого-то придет позже.
Конечно, вот то, что вот я вам все рассказала, не все так гладко, да, не все так вообще замечательно и безоблачно. Нет, те, кто решит с нами идти, конечно же, будут трудности, да, трудности какие? Может быть, где-то побольше посидеть за компьютером, что-то новое изучить, да, может быть, где-то вначале там не отдохнуть. Вот я, например, могу себе уже позволить отдыхать, а вам вначале еще, может быть, нет. Но я думаю, что все эти трудности, они, конечно, стоят того, чтобы получать потом такие деньги. Наверное, вы со мной согласитесь. Вот поэтому, друзья, я вам желаю принять действительно верное решение, верное для вас. Удачи вам во всем, всех благ, и ждем вас в нашей команде. Я передаю слово Вадиму, он расскажет сейчас вам, что вы получаете, став нашими партнерами. Ваши возможности, ваши преимущества, ваши подарки. Сейчас слушайте очень внимательно. И передаю слово Вадиму. Да-да, спасибо. Ну, мне очень понравилось. Ребят, как? Давайте поблагодарим по 100-бальной системе. Мне очень понравилось представление товара. Честное слово. Прав был президент компании, когда доверил тебе, Таня, вот это все сделать. Да, молодец. Все понятно, все четко. И, в принципе, добавить с моей стороны нужно только несколько слов. Как? Нам показали все, да? С моей стороны надо будет добавить, как это сделать. И это тоже, наверное, самое важное. Как продвинуть. И, ну, прежде чем уйти с этого слайда, раз уж его Таня оставила, я хочу, чтобы вы вспомнили про цифры, которые она показывала. Стартовали 200 там клиентов было, сейчас 9000. Почти 7 месяцев мы в этом проекте. 9000. Клиенты, вот это примерно то же самое, что вот здесь, видите? Я провожу черту. Вот в этом месяце за 10 дней 1300. Значит, на 3 умножаем, уже где-то будет около 4000, да? А в прошлом месяце было 322. Видите? А в позапрошлом 2500. А тут 1700, 1900. То есть вопрос-то в чем? Люди, которые приходят в интернет, которые создают сайт, которые покупают хостинг-комнату, рассылщик писем, они платят ежемесячно точно так же, как вы платите за воду, за газ, за электроэнергию. И их становится с каждым днем все больше. Их не становится меньше. Вы же не можете себе позволить сегодня вот платить за сотовый, завтра не платить. Вам нужно это, и вы каждый месяц, естественно, оплачиваете. Здесь то же самое. Не будешь платить, потеряешь интернет-магазин, потеряешь подписную базу, потеряешь свои сайты. Вы меня понимаете? Плюсики поставьте. И поэтому, если у вас будет система, о ней я сейчас вам и расскажу, которая будет генерировать вам подписчиков и превращать их в клиентов, то любой из вас из 254 человек сможет достичь успеха. Это гарантирую. Теперь несколько слов о себе. Могу сказать еще. Кто из вас сегодня не придет к нам, или там не придет к нам в ближайшее время, он может прийти сюда через год. Я уверен, что вы будете за нами наблюдать, кто такой, вот, знаете, Фома неверующий, как говорила Таня, который ходит, 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 тусуется, но никаких действий. Так вот, когда пройдет год, я, конечно, всегда занижаю. Вот здесь будет нолик. И вот здесь вот будет нолик. То есть здесь будет 31 220, а здесь будет 50 000. Соответственно, Таня вам показывала свое, у нее будет там 20-30, а может она меня обгонит. Здесь совершенно спокойно можно обогнать, если ты работаешь. Вот это вы должны понять. И это не надо путать, скажем, с какими-то пирамидами. Если не будет вообще партнерских выплат, а просто будут продаваться эти инструменты, они будут все равно востребованы на расхват. Вы же видели 9000 клиентов. Но компания очень мудрая. Она реализует эти инструменты только через партнеров. И мы гарантированно ежемесячно получаем вознаграждение. Вот и все. Теперь я просто обязан рассказать о себе.
Я просто обязан рассказать о себе, потому что вы скажете, кто такой, что это за пень с горы такой пришел, почему он будет нас учить. Но первое, что я вам хочу сказать, вот эти все примеры, которые были показаны выше, это мои ученики. Вообще за последние 3,5 года, через, будем говорить, руки вот эти, вот, прошло около 16 тысяч учеников. Я думаю, это серьезно, да? И нет людей, которые не достигли успеха. И есть люди, которые получили просто знания, продвинулись за них компьютеры и бросили. Такие есть, но они тоже получили результат. Они стали профи в компьютере. Но те, кто делает то, что я им говорю, я, Татьяна и все наши уже лидеры, их очень много, вы их видели. Если вы делаете то же самое, что мы прошли, вы успешны. Потому что вам легче на порядок. Мы даем вам все готовое. Вот просто, нате, ребят, то, что мы собирали по крупицам, вы получаете сразу и все. И кроме того, мы там балансировали, могли в пропасть упасть или что. Искали в интернете, программки настроили. У вас все это разом и сразу в руки. И не дай бог, вы там где-то что-то мимо, мы вам скажем, не надо так, сделайте правильно. Так вот, до 2010 года я занимался бизнесом. Было все. Ой, ребята, вы даже не представляете, что значит дефолт 98 года. Когда у тебя не остается ни квартир, ни дач, ни машин, ни жены. Это было. Это было. Это была яма. И друзья, которые были вокруг, которые кормились с ручки. Знаете, вот такой вот эффект. На, их много, все друзья, все, ни одного. Было у кого-нибудь такое? Вот я очень хочу увидеть, понимает меня кто-нибудь или нет. Ни одного. И я пошел дальше, 98 год, и отдал все. Плечи расправлены, грудь вперед. 2010 год, когда я ушел в интернет, у меня 12 магазинов продовольственных. У меня бизнес налажен. Это к вопросу о том, что вам говорила Таня. Можно достичь успеха в любом деле, если ты не скис, а идешь вперед. Так вот, сегодня я вам говорю, что после того, как я ушел в интернет, я все закрыл. Я пошел сюда, и за 3,5 года в десятки раз доходы больше. То, что вам показали чек, это мизер, я вам клянусь. У меня еще 5 источников дохода в интернете. Но этот мизер, он перерастает в глобальный проект. И все, кто идет рядом, я гарантирую успех. Потому что эти слова мои партнеры уже от меня слышали. И это не просто так. Это действительно слова, которые я говорю людям на старте. Делайте все, и вы будете успешны. Не знаю, до кого я сегодня достучусь, у кого загорится сегодня вот эта звезда. Но я знаю точно, что человек 20 или 30 сегодня станет нашими партнерами. И завтра мы вгрыземся с ними в этот бизнес. И послезавтра они станут успешными. Вот это я знаю точно. Теперь смотрите, дорогие друзья, что мы делаем. Что мы делаем? Я об этом сегодня рассказывал ребятам на уроке. Многие здесь ставили, что были. Но я не рассказывал вот об этих двух квадратах. Если вы помните, я рассказал о партнерках, рассказал, как зарабатывать на рекламе и на продаже своего товара, если у вас есть база. Так вот, в этом бизнесе, где мы сейчас с вами, в Инвебе, вот эти два квадрата, клиенты и партнеры, если у вас есть база 10 тысяч, вы зарабатываете вот в нашем бизнесе, я сейчас вам скажу, примерно 4-5 тысяч долларов в месяц. Это уже проверено. Если у вас база побольше, у вас будет больше. Но тенденция какая? База растет, и растет ваш доход. Как вырастить базу подписную? Так вот, именно это мы даем своим партнерам, которые к нам заходят, абсолютно бесплатно. Вот это двухмесячное обучение. Как вам сказали уже, 3,5 года альтовцы в интернете собирают по крупицам все методы продвижения, все делают абсолютно способы рекламы. Мы пишем прекрасные тексты, создаем шедевры, сайты, все. Это мы уже научились.
Так вот, альтовцы всем партнерам дают двухмесячное обучение, абсолютно бесплатное, по вот именно генерации этой базы и превращению ее в ваших клиентов и партнеров. Вот что самое главное. Понимаете, ребята, если ее нет, вот Алекс написал, нет базы, так я еще раз повторяю, только для Алекса. Двухмесячное обучение направлено на то, чтобы она у вас была, была, Алекс. Не просто так же мы вас будем учить. Как, смотрите, работает? Это опять для тех, кто совсем новичок. Как работает? Человек захотел, услышал, что в интернете деньги. Он совсем, вот как вот Таня, ей провели интернет, сейчас посыпятся деньги, дай-ка я это в интернете наберу, создать сайт. И когда набирается слово «создать сайт», выдается очень много объявлений. И вот на первой страничке мы делаем так, чтобы появлялось ваше объявление. Понимаете? Мы этому учим. Или объявление, или ваш сайт. Понимаете? Когда человек кликает на него, открывается ваш ресурс. Не тот ресурс, который на 3-миллионном месте, а именно ваш. И если, допустим, создать сайт, вам показывали там 200 тысяч запросов, разделите на 30, это около 7 тысяч в день человек зайдет на эту страничку. Из них, ну, пускай 1000 кликнет вот сюда. И пускай каждый 50-й заполнит форму, которая ему откроется после того, как он нажмет. Вот эту форму, Алекс. И получается, в день у вас 20, 30, 40 подписчиков. Но это только один ручеек. Эти люди приходят в базу. А давайте дальше рассуждать. Они приходят там в базу на рассылку, которая их учит создавать сайт. И что нам? Мы же с вами логичные люди. Мы уже прослушали Таню Андрееву. Для того, чтобы создать сайт, ему что надо? Хостинг надо? Ребят, ставьте плюсики. Или не надо? Надо. Конструктор сайтов надо? Надо. Рассылщик писем нужен? Нужен. А эти инструменты мы ему тут же в этой рассылке и предлагаем. И хостинг, пожалуйста, подешевле. И рассылщик писем подешевле. И конструктор. Улавливайте мысль, дорогие новички. Или не улавливайте, ставьте 100, кто уловил. И таким образом ваши подписчики становятся вашими. Вот и все. А из клиентов они потом, каждый 20-й, самое маленькое, становятся вашим партнером. Что приносит вам вообще колоссальные доходы. Но давайте посмотрим ближе на наше двухмесячное обучение. Ребята, всем понятно, просто или нет? Есть новички, которые не поняли, что я сейчас скажу. Кто не понял, поставьте 0. Просто интересно, народу много, 230 человек. Но схема работы очень простая. Понятно даже первокласснику. Вот есть все-таки 2 человека с нулями. Ну... Вам, кстати, тоже хорошо. На входе вы получите компьютерную азбуку. Там более 100 уроков 3-минутных, которые, ну, вообще супер. Ну, ладно, остальные, кроме 2 человек, значит, 230 человек. Нет, 229. Нет, 234. Поняли все-таки схему, как получаются клиенты. Из этих подписчиков, выполняя ваши уроки, они регистрируются на хостинге, конструкторы и рассылщики писем. И у вас появляется не только база, но и клиенты. Итак, наше двухмесячное обучение. Что же вы получите? Я повторяю. Кстати, поставьте по 10-бальной системе свой уровень знания компьютера. Здесь 238 человек. 5 хорошо, там 3 средняя. Ну, 2 надо готовиться еще. Вот 7, 5, 6, 5. Это, вижу, уверенный, 3, 2 есть. И не надо этого стесняться. Есть 0,
Нулевых не бывает, вокал, вокало. Дело в том, что вы уже в комнате, уже не ноль, значит. Так что, и Оля, раз вы здесь, раз вы слушаете, раз вы умеете писать в чате, это уже не ноль. Это уже минимум двойка. Но вы получаете на входе вот эти 100 уроков, там ответы любые. Кроме того, вы получаете мощную поддержку профи, это нашу сверху. У вас свой чат, где вы можете задать любой вопрос. Ребята, не скачивается файл. Ребята, не открывается это. Ребята, кто это делал? Где взять музыкальную? Где взять это? И так далее. Но самое главное, давайте дальше. В первый месяц создаете сайт. Я провожу это обучение. Создаете подписные страницы. Здесь будет из шаблона. Мы дадим вам сразу готовых 7 или 8 шаблонов. Красивейших страниц, чтобы вы их просто сделали, и у вас уже они работали в интернете. Вы регистрируетесь в рассылщике писем и получаете 7 готовых серий писем. Это с видеоуроками, совсем-совсем, которые вот относятся к этим страницам. Человек сюда пришел, оставил свою форму и начал получать эти письма. И в результате стал вашим клиентом, понимаете? Вы научитесь делать вирусные открытки. Это не музыкальные открытки, а именно вы вирусные. Я их научу вас делать, чтобы они реально вам гнали, как вот грипп распространяется, так и эти открытки вам гнали подписчиков. И, конечно, научу работать в этой комнате для того, чтобы, когда у вас появятся клиенты или партнеры, вы могли их собрать, сказать несколько слов, сблизиться с ними, помочь, объяснить, и они у вас уже, ну, достаточно... Ну, они ваши партнеры, они в вашей команде. И вот эти 8, даже я тут написал, готовых, да у меня их много, этих рассылок. Вот эти вот вещи вы получите в первый месяц. Господа новички, как вам вот это вот? Уже меняет дело, правда? Только что вы были один, только что вы не знали, а как, а что... А теперь я говорю, когда вы сюда придете, у вас будут страницы, у вас будут рассылки, у вас будет помощь наставника, как сделать, чтобы этих страниц было в интернете, у вас видно было много-много-много, чтобы куда ни ткнется, везде были вы. А раз везде вы, значит, у вас отовсюду подписчики. У нас есть фантастические результаты. Месяц, 1500 подписчиков. Вот у меня партнер только что. И он сразу начал просто... приглашать и клиентов, и партнеров. Это реально всем и каждому из вас под силу. Это под силу первокласснику. Итак, вы настроили эту систему. Со мной первый месяц. Второй месяц. Эдуард Лер. Он продвижение дает. Ну, мы по очереди. Но в этот раз будет опять он проводить. Как обменяться базами? Ой, как сложно для некоторых. Да очень просто. Как только у вас появилась небольшая база, в интернете очень много людей, которые хотят дать письмо по вашей, взамен дадут письмо по своей. И их подписчики пришли к вам, ваша база увеличилась. Взаимопиар. Все дают подарки, и по всем базам ходит ваше письмо, приходят люди. Работа с авторами, там за деньги. У него 10 тысяч человек. Заплатил ему 2000, ваше письмо прошло, у вас 500 подписчиков. Это 500 клиентов. Скайп-рассылки не просто спамить, а как грамотно написать серию писем, чтобы она по очереди, как в почте, уходила. И человек сам спросил у вас, как, где и что. И, конечно, контекстная реклама – это двигатель прогресса. Лучшее в интернете – это в нашей команде. И вот это все, но тут еще есть куча способов продвижения. Видеомаркетинг с помощью роликов, правда же? Ну почему нет? Форумный маркетинг, статейный маркетинг. Тут очень много, но это уже вы будете параллельно, то есть учиться дальше, общаться с нами, получать и получать информацию. Но результат – большой приток клиентов. Вот такое обучение есть только в одной команде интернета, в нашей. Вот опять хороший вопрос. Шаблоны каждому, они одинаковые. Ну, конечно же, на начале, в начальном этапе, когда вы вот нули те, кто поставил, они будут брать готовые. Но если вы, Амива71, уже чуть-чуть продвигаетесь в интернете, вы сменили фон, сделали там другую картиночку, и у вас уже уникальная страница.
Поймите, взяли эту рассылку, оставили видео, но заменили чуть-чуть текст. У вас уникальная рассылка. Этому мы тоже учим. Неважно, здесь самое главное, вам дают возможность сразу получать результат. И все зависит от вас. И каждый это сможет. Вот это я знаю, потому что очень много учеников через это прошло. Итак, система Alt-Invel. Вы проходите двухмесячное обучение. Вы здесь получаете страницы захвата. Вы делаете рекламу, как мы вас научим, да? Вы получаете подписчиков. Они начинают получать рассылку, которую вы получили вот здесь. Выполняя уроки, они становятся вашими клиентами. Как только они заплатили деньги за хостинг, они стали платными клиентами, клиент второго уровня. Вы начали получать деньги. Но они, конечно же, многие придут на наши встречи и станут вашими партнерами. И они заново начнут проходить обучение. Ну вот это-то всем понятно, поставьте плюсик. Или опять есть нули, которые, ну, люди, которые не смогли это уловить. Очень интересно. Ну, видимо, мне это кажется, что это просто. Неужели еще есть все-таки сомнения какие-то у людей? Это можно так продвинуть любой бизнес. Но то, что предлагается вам, нужно для любого бизнеса. Хоть для какого нужен хостинг, инструменты, вот эти рассылщики и так далее. И мы выше всех в качестве товара и в ценовой вот этой вот нише, да? Вот это все очень понятно. Теперь смотрите дальше. Итак, бизнес InVeb – это всемирный бизнес. Там план развития на 50 лет, там свои акции, там очень глобальные планы. И он существует, InVeb, уже 3,5 года. И там огромная организация, разные партнерские, да? Но есть команда Alt-InVeb. И среди всех тысяч партнеров компания проводит ежемесячный анализ, ну как бы лучших, кто лучше всех. И вот из десятки лучших в мире 7 человек из команды Alt-InVeb. Это о чем-то вам говорит или нет, господа? Новички. Из десятки 7 человек, которые пришли менее 7 месяцев назад. Но в этом месяце, я надеюсь, здесь будет 9 наших. Ребята, партнеры, будет или не будет? Поставьте мне, пожалуйста, плюсы. Так, Вячеслав, это в личку, вы уже партнер, я работаю не с вами сейчас. Значит, вот это понятно или нет? Партнеры наши, будет или не будет? Вот из десятки пока 7, хочу 9. Хочу 9. 10 пока не дотянем, но 9 будет. Вот и все. Итак, дорогие новички, я смотрю, немножечко ушло несколько человек. Это, видимо, люди, которые ждали кнопки «бабло», которые любят халяву. Остальные, я понял, с нами. Скажите мне, это то, что вы ждали или нет? 50, если то, и, ну, там, другую цифру, если не то. Я сделаю выводы. Сейчас пойдет уже приятная часть такая, знаете, подарки. Да, это очень приятно, что тоже. Отлично. Ну и теперь пошел как бы такой момент праздничный, предновогодний. И это тоже подчеркивает наше отношение к нашим партнерам команды Alt-InVeb. И то, что мы смогли достичь за это время больших-больших высот. Поэтому мы можем вам предоставлять такие призы. Все, кто придет сейчас, вот до 18-го неделька осталась, да? Ну, вот, зайдете, вы будете участвовать в розыгрыше вот таких вот призов.
Три человека получат по $250. Это немного. Но это так, для разминки. Но кто-то из вас уже вернет полностью свои как бы вложения, если они войдут по маленьким, там, на один пакет. Это первый, так скажем, подарок. Да? Дальше. Остальные. Вот кто-то мне тут написал, прихожу, одни и те же слайды. Да вы придете еще через год и увидите те же слайды, только цифры партнеров другие будут, чеки будут другие. Выходите каждый раз и смотрите, и себе даже можете записывать, как меняется наше финансовое положение, как растет наша команда. Вот. Ссылки, да, Гульжан, ну вы мне позвоните, я же вас давно жду уже. Вот. Итак, самое важное, я сегодня опять разговаривал со многими этими людьми, которые для нашей команды предоставили бонусов. Это не бонусы, это помощь нашим партнерам в быстрейшем освоении вот всех бизнес-тонкостей в интернете. Это не бонус. Это работа. Мы вам даем кучу работы, но она бесплатная. Все эти тренинги, они продаются за бешеные деньги. Но мы, конечно же, вам их дадим в помощь в работе. Первый тренинг, он от команды Alt, он просто необходим всем. И новичкам, и старичкам. Вам не надо вызывать, переустанавливать операционку. Вам не надо чистить от вирусов. Вам не надо ничего, вы все сделаете сами. Типичные какие-то поломки, все сами. К вам придет сейчас мастер, если у вас что-то там засбоило, он только за диагностику с вас возьмет 500 рублей. Сколько вы сэкономите? Да десятки тысяч рублей за все время. Это очень хороший и ценный бонус. Дальше. Помните, мы говорили вам про авторов рассылок? Это то, что, на чем многие обжигаются. Например, кто-то из вас решил обогнать других. Сделал, ну, с нашей помощью вот эту страничку, рассылочку и думает, отдай-ка я дам в интернете рассылку у человека, который мне предлагает там за 3000 рублей по 50 тысяч базе. Это если у него подпишется, ну, откроет мое письмо там 1000-3, у меня где-то 1000 подписчиков за 3000 рублей. Это же будет здорово, я фактически сразу, ну, вообще разбогатею. Это правильный ход мысли, но... Тот человек, который с вас возьмет 3000, он окажется аферистом. В интернете таких много. И ваше письмо пойдет по базе, которая вообще не открывает письма. Так вот здесь проверенная база. Люди, которые очень честны, которые реально дают результаты. Ну, то есть дали рассылку, и у них с базы у вас пришли подписчики. Но об этом мы, конечно, вас научим, расскажем и так далее. Это тоже вам. Как создать хороший видеоролик и запустить видеомаркетинг? Вадим Дедык, супер бонус, просто класс. За час научитесь. Очень классный мастер, мы с ним, ну, часами разговариваем. Сергей Проценко, вот наш партнер команды Alt. Я имею в виду, он уже партнер Академии Alt, он уже у нас преподаватель. Это известнейший копирайтер. Он пишет замечательные тексты, у него куча инфопродуктов. Ну и, конечно же, для Альта он дал вот такой бонус, как быстро написать продающий текст. Чтобы читатель лежал на нем, как на подушечке. Видите, девушка лежит. Он начал его читать, дошел до конца и сделал то, что вы предложили. Вот так. Следующий бонус. Ну... Про Сергея Змеева вообще можно рассказывать часами. Обаятельный человек. И на телевидении выступает. И вот у него все тренинги, они похожи друг на друга. Он до того знает внутренний мир, вот эти все философии. Вот его слушаешь и думаешь, боже мой, какая же я еще букашка, я еще не знаю столько вещей. На самом деле, вот он дал нам 3 курса. Один, как набрать базу, кстати, тоже классно. Вот этот второй курс – это энергия денег, энергия любви, жизненная сила. И третье – как создать инфобизнес. К Змееву едут со всей СНГ там. Да, я не знаю, может, из-за границы едут. В Москву, чтобы пройти живые тренинги. 70-80 тысяч рублей. Здесь прошу вас, учитесь.
дорогие партнеры. Артем Нестеренко, кто его сейчас не знает? 2 года юноша, 33 года, ну, по сравнению со мной. 130 тысяч команды. Ну, неплохо. Неплохо. Несколько домов за границей, в том числе в Лондоне. Получает 4-й джип от своей компании. Ведущий, пишет книги такие вот, на бумажной основе. Куча инфопродуктов. Ну, конечно, он наш хороший знакомый. Таня его прекрасно знает, я его знаю. Вот дал такой бонус только для вас. Прошу вас, ребят. И Евгений Вешкурцев, человек-глыба, который поднимает MLM-компании, очень дорогие тренинги, более 200 тысяч рублей месячный тренинг. И вот приходит компания на российский рынок, она проходит через него. Он в стратегии, менталитет наш и все такое. Ну, в общем, очень, очень востребованы тренинги. И хочу обратить внимание, вы их не скачайте, вы их можете только купить или получить здесь. Итак, вы сегодня... Вот на такую сумму получаете бонусов. Но вам надо прийти уж постараться до завтра, до вечера, до 24 часов. Давайте я вам пролистаю то, что я вам показывал на первом слайде. Вот видите, 12 декабря до 24 часов. Мы не разбрасываемся по всему интернету этими бонусами. Мы любим очень... быстро принимающих решения людей. Вот таких, о каких рассказывала Татьяна. И, конечно же, вы будете вознаграждены вот этим. Ну и плюс еще один бонус. Вот этого нет точно в интернете. Вы не увидите вообще нигде. Потому что стоимостью 500 тысяч рублей мы предоставляем вот такой вот бонус всем новым партнерам, которые придут к нам. То есть 25 человек из всех, кто придет в течение этого года, поедут с нами в круиз. Этот теплоход на 8 дней, этот будет фактически весь теплоход из нашей команды. И мы там отдохнем. И многие из вас поедут. А я посмотрю, если будет много, мы, может, даже увеличим там. И 40 сделаем путевок, или 35. Я посмотрю. Еще дальше у нас весь год впереди. Но 25 человек из вас 100% поедут в круиз. Ну, теперь как вам? Настроение поднялось? Поставьте восклицательный знак. Если поднялось, то давайте перед Новым годом сделайте себе подарок. Сейчас очень большой рост товарооборота. Люди заходят с удовольствием. И, конечно же, мы с вами, у нас Новый год начнется с вами 31-го. До 31-го поработаем и уже добьемся результата. Итак, к нам в команду. Но для начала я хочу, те, кто еще не зарегистрировался, вот сейчас, поставьте 15, кто придет к нам, и остальные можете, в принципе, выходить. 15, кто идет к нам, я с вами поработаю сейчас. Кто приходит к нам в команду? 15, 15, Нина 3 раза 15, так, ну вот, в принципе, для вас, если вы еще не зарегистрированы, я сейчас вывешиваю ссылочку для регистрации. Если же вы уже зарегистрированы, то я вам сейчас покажу, что делать дальше. Но кто еще не зарегистрировался, это бесплатно сейчас. Все, кто здесь находится, можете нажать. Там на латинице внести имя, фамилию, e-mail, пароль, страну и нажать слово «зарегистрироваться». И у вас уже есть доступ к хостингу, к конструктору и так далее. Там это как раз недорого. Ну вот регистрация бесплатная, конструктор там что-то 150 рублей в месяц стоит. Ну а кто хочет партнером стать, после регистрации надо сделать еще кое-какие действия. И я вам их покажу. И я вам их сейчас покажу. То есть, вот сейчас, после того, как вы нажали, вам открылась вот такая страничка. Видите? Имя вы заполнили, фамилия, пароль, подтверждение пароля.
электронная почта, выбрали страну и имя свое, и нажали зарегистрироваться. Это следующий шаг. После того, как вы зарегистрировались, для того, чтобы стать бизнес-партнером и получить наши бонусы и наше обучение, вы должны приобрести один пакет, ну, один из трех, один, первый, второй или третий. Вы нажимаете в своем кабинете «Коучинге», «Принять участие». И сейчас я вам несколько, хоть Таня и говорила про это, но я все-таки вам расскажу, какие коучинги предпочтительны. Все должны взять вот этот коучинг, это реклама в интернете. Я с этого начинал 3,5 года назад. Это класс. Я рекомендую взять технологию от миллионера MLM и рекомендую взять бодика. Если вы заходите по максимуму. Если на два, я бы взял технологии и директ. Если на один, хоть как директ. Здесь уже вообще нет никаких сомнений. После этого вы нажимаете «Продолжить», выбираете пакет за 20 и нажимаете «Заказать». И выбираете способ оплаты. Лучше всего проходит вот этот способ и вот этот. Робокасса тоже там много способов, но здесь подороже немножечко. Там процент какой-то берется. Вот таким образом. Вот таким образом. Большое спасибо за участие в вебинаре. Сейчас я смогу нескольким людям...